В Московском патриархате считают, что государство не должно вмешиваться в систему религиозного образования, сообщает Интерфакс. Разумеется, никто не ставит под сомнение необходимость государственного контроля в сфере образования. Однако в отношении духовного образования участие государства должно заключаться в поддержке образовательных инициатив, традиционных религий, которые исторически не учили и не будут учить своих последователей чему-либо, что создавало бы угрозу миру и согласию в обществе и государстве, заявил заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшиджи. Таким образом, он прокомментировал озвученную на днях инициативу заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальности Михаила Старшинова восстановить государственный контроль за качеством религиозного образования и проповеднической деятельностью по примеру СССР. По мнению представителя синодального отдела, религиозное образование, даже с точки зрения неверующего человека, имеет целью передачу набора духовных ценностей, а не идеологических установок.